называется дубль 2. Hi guys, this is my first vlog. Короче, брат написал сообщение, выходи, так что выхожу, потом он стоит ждет. На улице вообще шлак, а не погода. Брат паркуется. Как-то прохладно, кстати. Хай. Я понял. Ай, нельзя такого вставлять. Ну, матюки все дела. Матюки, ебать. Да мама ж смотрит меня так. А, холодно. Я еще майку. Я сейчас свою майку постирал. Сейчас приехали в Акрополис, сейчас будем ходить по Акрополису, лазить, смотреть, что как, что нового, что старого. Тачка никому не нужна. Citroen. Нашел те кроссовки, которые я когда-то хотел купить. Nike Cortez. Стоят они 90, короче, 100 евро. Обращение к Аннет. Ты не помнишь, точнее, не такие кроссовки ты мне показывала на картинке, типа, что классные и все такое. Они не они. Я, кстати, думал, для чего такие штуки вот придуманы. Сейчас покажу, для чего. По дороге можно ходить чистить кроссовки, будет норм. Вот эти вот неплохие за 60 евро. Черные за 60. Прикольные. Это типа похоже как Adidas, но и такие же самые за 60, только зеленые. Вообще какие-то ядовые такие. Вот нашел еще одни Reebok офигенные. Мне, если честно, очень нравятся. На лето вообще круто, такие зеленые. С белой подошвой. И всего стоит 55 евро. Еще нашел туфела вот такие вот. Вроде интересные. За 32 евро, еще скидка. Раньше 42 стоили. 42 раньше стоили. Спорт инвентарь. Перчатки всякие разные здесь. Полным-полно всего вообще. Каждый раз, когда все заходим, Влад выбирает какие-то кепки, меряет. Есть что? Семечки есть? А, нет, это она растягивается. Супер растяжка. Да, я бы себе такой бы взял, наверное. Нулячий, интересно, китайский, японский. Вот цены на iPhone. iPhone 7 Plus. На 256 гигабайт 1000 евро. Это матовый получается. Это семерка, такая как у меня, только у меня матовая, не глянцевая. Восьмерка 256 гигабайт, 999 евро. Это у брата такой вот. 8 плюс, ну и всеми любимый и нелюбимый iPhone X. iPhone X 256 гигабайт, 1338 евро. Ну такое. Конечно, камера здесь прикольная, почетче, чем у меня фронтальная. Классно. Чехлов куча. Это не то, что как в Конотопе. Один чехол и 20 человек хотят его купить. Вот Note 8. Это, конечно, побольше. А стоит он 868 евро. Gear S3. Frontier. Вот. Классные часы. Я все-таки взял. Стоят они 349 евро. Дорого. Samsung Galaxy S9 Plus, это тот, который вышел, 959 евро стоит, вот он. Если честно, он очень большой, но цвет прикольный. Новый влог на Samsung Galaxy S9 Plus. Hi guys, this is my first vlog. Короче, я его забираю, ухожу домой. Стоит 1500 евро.
Короче, ну его нафиг. Что еще нашел? Большинство видеоблогеров снимает на такие GoPro Hero 5. Конечно, не стоит нормально. Уже Hero 6 вышло. Фига себе, Hero 6 Black. Если честно, даже не знал. Если не ошибаюсь, то у Шапика вот такая вот камера. Если я не ошибаюсь. Samsung представляет новый телевизор. Это как три монитора, короче. У меня камера не заплачивает, такой угол обзора. 1300 евро стоит. Эта машина на пульте управления, она на маленьком двигателе. Внутри маленький двигатель, настоящий. Маленький бензиновый двигатель. Здесь машина с подвеской, все дела. Прикольно. Здесь есть даже Дарт Вейдеры. Пылесос Дарт Вейдера. Короче, приехали уже. У нас есть такая штука. Называется... Как? Lemis Saucinucas. Печенька удачи, короче. Предсказания, типа, все дела. Ну, открывай ты первый. Что там у тебя? Написано аж по-литовски, да, по-любому? Ну, что там? Реклама больше не будет будоражить твои желания и нарушать твой покой и счастье. Реклама? Прикольно. Я тебя понял. Вкусная. Другой. Знай, чего хочешь, иначе придется довольствоваться тем, чего получишь. Херня какая-то. Обычайно вкусная. Есть еще такие прикольные конфеты. Такие вот. Не знаю, их ни разу не пробовал так. Неплохо. Лимонку возьмем. Такая же самая, как черная, только с другим вкусом. Стою на остановке, жду Влада. Вот этот. Вот здесь по-любому едет Влад. Идем встречать. Сел на автобус. Едет вот на этом 53. Бля, фак показал только что. Надо было вот этот показать. Здорово. Ну, как-то так, короче. Сейчас уже сели в автобус, едем в магазин покупать что-то похавать, потому что дома уже хавать ничего нету, уже все съели. Еще в машине кончился дизель. Брат оставил на парковке машину, сейчас едем забирать машину, заправлять, а потом после этого будем ехать в магазин, брать что-то похавать. Пересесть на другой автобус. На 1Г, да? Здесь вот есть расписание. Расписание всех автобусов. Как они ходят сейчас, короче. Дождемся и поедем. Автобус будет минут через 30. Так что мы решили, короче, зайти съесть по кебабу. Мне и Владу приятного аппетита. Автобусах сюда добирались, блин, это вообще жесть. Сейчас идет дождь, и сейчас будем толкать машину, потому что в машине нету дизеля.
До заправки, скорее всего. Не будем толкать, доедем по-любому. Пустой бензобак. Я надеюсь, что мы ее толкать не будем. Надеюсь, что дизеля достаточно, чтобы завестись и доехать до заправки. С Богом, короче. Короче, не то чтобы с горя пополам, но мы доехали до заправки и сейчас будем заправлять машину. Здесь не так, как в Украине, здесь просто вставляешь пистолет, сразу же заправляешься, сколько тебе нужно. Здесь вот показана сумма и литраж. Потом идешь, просто расплачиваешься, садишься в машину и уезжаешь. Все. Кстати, капля попала прямо на этот, на телефон. Вот с правой стороны вот это какой-то отблик, это капля. Говорю, заправься на 14 евро, заправился на 14.50. Мы же экономим. Вы думали, у меня бабок дохера? Нет, у нас бабок вообще нету. У нас очень мало денег. Кстати, на улице как-то прохладно стало. Хорошо, что я взял с собой подштанники. Ха! Подштанники. Кебаб был вкусный.